Депутатский корпус Маслихата Алматы пополнился новыми членами. До выборы кандидатов проводились по трем избирательным округам. До голосования были открыты 55 избирательных участков. Из трех кандидатов по шестому округу с результатом голосования 78,5% избрана член партии Нуротан Жанна Тулегенова. Новоявленным депутатом стал также нуротановец, предприниматель Вячеслав Банщиков. За него отдали голоса 75,5% избирателей. По 21-му округу максимальное количество голосов, свыше 84%, набрал экономист Дамир Шиныбеков. За выборами у нас наблюдало порядка 300 наблюдателей, доверенных лиц, представителей партии и СМИ. Количество избирателей по трем округам у нас по городу составило 85 045 человек, из которых в голосовании участие приняли 23 045 человек. В разрезе округов по шестому округу 28,6%, по 16-му 25,6% и по округу 21 27,2%. Всего по стране окружные избиркомы зарегистрировали 335 кандидатов в областные, городские, районные маслихаты. В 105 округах Казахстана состоялись выборы депутатов вместо выбывших.